Здравствуйте, говорит и показывает Казахстан. В эфире главные новости. Я, Алуа Китигенова, и мои коллеги готовы рассказать о самых важных событиях пятницы 13 октября. Смотрите первые и узнаете первыми. И сначала коротко о том, что мы покажем сегодня в выпуске. Дорога знаний в 7 километров. Ежедневно через скоростной автобан. Боись, кто сзади идет, кто спереди идет. Обучение с риском для жизни. Все подробности далее в материале Ильи Самохвалова. Детская жестокость. Не отворачивайся. Не отворачивайся. Я и нашел. Подростки избили школьницу, а затем выложили видео кровавой расправы в интернет. Удалось ли полиции задержать хулиганов? И какое наказание им грозит? Не пропустите далее в обзоре тревожных новостей Бахытгуль Окасовой. Слово не воробей. Считаю, что вот эти публичные высказывания о якобы грубом вмешательстве. Центр избирком Казахстана отказался принимать участие в наблюдении за выборами президента соседней страны. Скандальные политические заявления и их отголоски уже через несколько минут в материале Эльмиры Ишмухаметовой. Наша страна располагается в двух часовых поясах. Начало 9 в Астане и на большей части страны, а на западе на час меньше. Трагедия в торговом центре. Ребенок упал с высоты больше 10 метров. Сейчас за жизнь малыша борются врачи. Дышать самостоятельно он не может. Роковое падение случайно сняли очевидцы. Детская шалость или преступная халатность. Причины и все подробности случившегося в нашем эфире уже через несколько минут. Необъяснимая жестокость. Сегодня в Карагандинской области начался суд над мужчиной, который обвиняется в убийстве собственной двухлетней дочери. Детали этого жуткого преступления, которое произошло в конце июля, шокируют. В это сложно поверить, но по материалам дела отец девочки сначала сильно избил ее, а после издевательств бросил на пол и задушил ногой. Известно, что мужчина ранее был осужден за угон автомобиля. Вместе с супругой они прожили 4 года. Отец убитой девочки злоупотреблял спиртными напитками. Приговор ему пока не вынесли. Подозреваемому грозит от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Чтобы он сидел и мучился, как он мою дочь убил. Чтобы он сидел прям мучился, каждый божий день вспоминал на фильм, что он с ней сделал. Чтобы она у него вот так вот прям в голове стояла. Ну, сперва я череп как проломил, как это в правой стороне, это как это в области. Видать, от боли на фильмске она сильно плакала. Ну, он ее всю, она вся избита была, ну, головка. И вот задушил. Вот это вот. А так бы она еще жива была, если бы не задушил. То... Вот так вот. Читу Храпуновых и их пособников вызывают повесткой на допрос в Казахстан 17 октября. Национальное бюро по противодействию коррупции расследует уголовное дело в отношении бывшего акима Алматы и Восточно-Казахстанской области Виктора Храпунова, его супруги Лейлы Храпуновой и других причастных к делу лиц. Подозреваемые обвиняются по делу по целому ряду статей. Это создание преступной группировки, злоупотребление служебными полномочиями, хищение госимущества, бюджетных средств, получение взяток и мошенничество. Официальные уведомления публикуются в казахстанских и швейцарских СМИ, так как подозреваемые находятся за пределами страны и вручить повестку лично не предоставляется возможным. В Казахстане победили коррупцию. Не всю и не полностью, но на 2/3 уменьшить число сделок с совестью на бытовом уровне в Казахстане удалось, отмечают в агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции. Во многом это стало возможным благодаря предоставлению многих государственных услуг в электронном формате, а также устранению барьеров между гражданами и властью на местах. В ближайшие 3 года борцы со взяточничеством намерены провести чистку в рядах государственных служащих и сотрудников национальных компаний. Проектом плана предусмотрен ряд мероприятий, связанных с устранением коррупции в сфере налогового законодательства, таможенного, в сфере государственных закупок. Поэтому здесь в большей степени решается вопрос путем автоматизации, исключения непосредственного контакта.
Всего же с 2018 по 2020 год планируется провести 117 мероприятий, которые сделают справедливее работу правоохранительной и судебной систем, исполнение судебных решений, образования, науки, а также других сфер, значимых для взаимоотношений людей. И прямо сейчас коротко о курсах на основные виды валюты и цене на золото. Итак, американский доллар прибавил за сутки по тенге. Сегодня валюту США можно было купить за 336 тенге ровно. Евро также подорожал, стоимость увеличилась на 1,5 тенге и остановилась на отметке 400 тенге ровно. Рубль, прибавив в весе 3 тиин, цена российской валюты на сегодня 5 тенге 89 тиин. Китайский юань прибавил 1 тиин к стоимости и остановился на уровне 51 тенге 80 тиин. Золото также незначительно подорожало, грамм драгоценного металла сегодня продавали на 7 тенге дороже по сравнению со вчерашним днем. Нынешняя цена 13 910 тенге. Перебежать через скоростную трассу без светофоров и пешеходных переходов, а дальше 7 километров пешком. Чтобы попасть на занятия, школьники вынуждены преодолевать настоящую полосу препятствий. Так каждый день и с риском для жизни. Почему сложилась такая ситуация и как можно ее исправить, разбирался Илья Самохвалов. Трасса республиканского значения Алматы-Усть-Каменогорск. Новое бетонное покрытие, металлические ограждения и скоростной режим, как на автобане, 140 км в час. Сообщение между городами значительно ускорилось, но вот для жителей 19 дачных кооперативов эта магистраль стала полосой препятствий. Ни светофоров, ни пешеходных переходов здесь не предусмотрено. Дети страдают переходом через дорогу, сделали трассу. Переход поверху не сделали детям, в трубу лазят дети. Даже мы, взрослые, приезжаем с города, нам негде перейти, по трубе идешь и боишься, кто сзади идет, кто спереди идет. Чтобы сделать дорогу к знаниям для школьников безопасной, местные власти выделили автобус. Он должен два раза в день привозить и увозить в соседний поселок 250 детей. Наша школа в Заречном, они не вмещают людей. Те от нас уже начинают отбрыкиваться. Сейчас наши дети едут, в данный момент выезжают вдоль трассы. Вдоль трассы едет по грязи по этой, автобус маленький. Дети наши как бочка в селедке. Но отсутствие комфорта не самая большая проблема. В плохую погоду доставки нет вовсе. Сейчас дети радуются последним солнечным дням. Пока сухо, добраться до дачных массивов можно по грунтовой дороге. И за ними приезжает автобус. Но когда начнутся дожди, дорогу размоет. И ходить за знаниями придется пешком. Некоторые, рискуя жизнью, перебегают автомагистраль. Другие делают крюк через вот такой скотопрогонный тоннель. Здесь, конечно, бывает тесно и неуютно, зато безопасно. Вместе с коровами, лошадьми и овцами переходить дорогу школьникам придется еще не один год. Жители дачных кооперативов просят Акимат построить им свою школу. Нам нужен статус поселка. Дело в том, что мы нуждаемся в школе, в детского сада, поликлинике, опорного пункта. То есть своевременная нам нужна помощь и защита. Но мы этого не можем получить, пока мы не возьмем юридический, документально статус поселка. Аким Житыгенского сельского округа разводит руками. Чтобы дачный массив стал поселком, в нем должны постоянно проживать около 10 тысяч человек. Ориентировочно там сейчас у нас, то, что у нас зарегистрировано, около 4 тысяч человек. Туда люди в основном приезжают в летний период, значит, сажают огороды свои. Ну, как начинается осень, уже практически там идет на уменьшение. Но есть, конечно, там люди, которые уже практически там обосновались на постоянное местное жительство, но тем не менее о таком количестве речь не идет. А пока людям нужен хотя бы безопасный переход через скоростную автомагистраль. С решением этого вопроса власти обещают не затягивать. Илья Самохвалов, Мадио Розалиев, Алматинская область. Чиновники, не прошедшие аттестацию, сохранили свои должности, потому что оказались незаменимы. Еще весной этого года три сотрудника отдела жилищно-коммунального хозяйства Павлодара не смогли сдать служебный экзамен. За низкий результат их рекомендовали уволить. Однако госслужащие продолжали трудиться. Как выяснилось позже, на этом настояло их руководство. Когда мы стали разбираться, показалось, что руководители отделов, в связи с тем, что у них с производственной необходимости не доставало людей, попросили отсрочить до конца года, чтобы оставить этих людей, уволить до конца года. Ну и наш персонал посчитали, службу управления персоналом, что возможно их уволить до конца года. В настоящий момент все эти сотрудники уволены, а в отделе жилищно-коммунального хозяйства до сих пор пытаются найти им замену.
И вернемся к главной теме выпуска. Трагедия произошла в одном из алматинских торговых центров. Семья поднималась на эскалаторе, и на третьем этаже малыш неожиданно выскользнул из рук отца. Ребенок пролетел больше 10 метров. Сейчас он находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. С врачами и очевидцами трагедии встретился Максим Григорьев. Это видео сняли очевидцы сразу после случившегося. Сотрудники торгового центра и родители упавшего с третьего этажа двухлетнего мальчика пытаются помочь малышу. Люди вызывают скорую помощь. Ребенок прямо сюда вот упал, получается. Мы сюда выбежали к нему, начали его переворачивать. Там была кровь уже у ребенка. И вот папа бежал по лестнице, по эскалатору. Кричал, жив, не жив. Вот он подбежал, у нас ребенка выхватил, начал его трясти. Ребенок начал дышать и плакать сразу. Свидетели рассказывают, что мужчина, его супруга и четверо их детей поднимались по эскалатору на верхний этаж. Самый младший ребенок был в коляске, а двухлетнего сына папа нес на руках. Все произошло в считанные секунды. В коляске был маленький ребенок. Папа, получается, этого ребенка, мальчик, девочка, говорят, нес на руках. И он вывернулся и упал. Родственники пострадавшего мальчика говорят, что в тот день его родители повели детей в торгово-развлекательный центр. Они отмечали день рождения старшего сына. На эскалаторе коляска, в которой был младший ребенок, зацепилась за ленту. Отец хотел отцепить коляску, нагнулся, и в этот момент сын выпал из его рук. Ребенок был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Выставлен диагноз тяжелосочетная травма. Ушиб головного мозга тяжелой степени, перелом лобных теменных костей с переходом на основание черепа, с субдуральной гематомой. Ночью нами же была произведена операция трепанации черепа, удаление субдуральной гематомы. В настоящее время ребенок находится в отделении реанимации на аппарате. Состояние малыша крайне тяжелое, но стабильное. Он сейчас находится без сознания. За его здоровьем следят самые опытные врачи детской городской клинической больницы. Полицейские тем временем выясняют все обстоятельства ЧП. Пока это происшествие классифицируется как несчастный случай. Максим Григорьев, Мадиор Азалиев, Айдын Калов, Алла Энголи, Алматы. Это не первый несчастный случай в торговых центрах Казахстана. Несколькими месяцами ранее в ТРЦ Астаны также с эскалатора упал 8-летний мальчик. А в июле в Алматы едва не погиб 3-летний ребенок. На него упал рекламный баннер. Впереди у нас много важной и полезной информации. Очень скоро мы расскажем о политическом демарше и его отголосках. Далее о том, как зарабатывают или разоряются на биткоинах. И прямо сейчас, по чьей вине погибли 5 человек. Жуткая авария на ночной трассе потрясла всех жителей Атырауской области. Внедорожник столкнулся с многотонным большегрузом. 5 человек погибли на месте. Моя коллега, ведущая обзора тревожных новостей, Бахытгуль Оказова, знает все подробности страшной трагедии. По предварительной версии, тяжелая фура и внедорожник столкнулись лоб в лоб. Последний от мощного удара перевернулся. Переднюю часть буквально вмяла в салон. 29-летний водитель, его пассажиры, женщины 58, 64 и 77 лет, а также 80-летний мужчина погибли на месте. Их тела с помощью специальной техники извлекали из искореженного автомобиля. Что касается большегруза, он вылетел с трассы. Водитель госпитализирован. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое. Ведется досудебное расследование согласно статье 345 части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан. По предварительным данным можно сказать, что водитель МАЗа, он занимался частной перевозкой, выгрузился в Атырау, и он ехал в направлении Западно-Казахстанской области. А легковой автомобиль, он ехал с села Аксай в сторону города Атырау. Карагандинка жестоко избила собаку. Поступок возможной хозяйки несчастного животного сразу же осудили местные жители. Шокирующий ролик появился в одной из социальных сетей. На кадрах женщина наносит около десятка ударов своему псу. По словам автора ролика, питомец даже не понял, за что женщина бьет его. Сам он побоялся вмешиваться в ситуацию. Видео уже набрало более 40 тысяч просмотров. А пользователи продолжают оставлять под ним гневные комментарии.
А вот жительница Шымкента не осталась безучастной к судьбе животного. Она спасла бродячего пса от якобы страшной участи. С ее слов, неизвестный тащил собаку на плечах для того, чтобы сделать из нее шашлык. Вот как это было. Пускай собаку. Сперва дай, отпущу. Дам. Отпусти собаку. Впоследствии выяснилось, что женщина-волонтер, мужчина отдал собаку только после выкупа. 500 тенге – такова сумма спасения животного по этим двум инцидентам. Первый в Казахстане обратился в местный департамент внутренних дел. Там обещали изучить все видеоролики, отметив, что с заявлениями пока никто не обращался в полицию. Подростки избили девятиклассницу и выложили видео кровавой расправы в интернет. Описать, что происходит на кадрах, сложно и тяжело понять, за что так жестоко истязали девушку. Несмотря на мольбу о пощаде, удары следовали один за другим. Убедительная просьба убрать детей от экрана телевизора. Чего же на мне тоже, а? Так, чего ты стоишь-то? Издевательства над жертвой порой прерывались. Причиной минутной передышки были многочисленные прохожие в гаражном массиве Читы в России. После зверского избиения продолжилось под громкий смех жестоких подростков. Не отворачивайся, не отворачивайся. Я и нашел. Известно, что девочка с многочисленными травмами обратилась в больницу. Поводом для издевательств послужило якобы легкое поведение девятиклассницы и школьные сплетни. Полицейские установили личности юных палачей. Они обещают, что от наказания никто не уйдет. Также родные пострадавшие вправе требовать моральную компенсацию. Строительный магазин ограбили на 50 миллионов тенге. Дерзкое преступление было совершено в Шымкенте. Налетчики проникли в здание ночью и обчистили кассу. Позже оперативники задержали троих подозреваемых. Наводчиком оказался работник магазина. Правоохранители изъяли у злоумышленников 8 миллионов тенге и автомобиль. Участникам преступления от 23 до 28 лет. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания. Им грозит миллионные штрафы или тюремное заключение сроком до 5 лет. На сегодня это все тревожные новости. И в завершении хочу напомнить нашим зрителям, если вы стали свидетелем чрезвычайного происшествия и можете отправлять видео и фотографии с места события на номер 8-708-898-56-43. Передаю слово тебе, Алуа. Спасибо, Бахытгули. Я продолжу главные новости. Установлена личность матери, найденных на одном из мостов Актобе детей. Сейчас женщину разыскивают полицейские. Ею оказалась 20-летняя жительница города Алга Актюбинской области. Мальчик и девочка полутора и двух лет, как и предполагалось, оказались родными братом и сестрой. Их, разгуливающих без присмотра взрослых, легко одетых и перепуганных, заметили прохожие и сообщили об этом в полицию. Медет и Умет, так зовут малышей, оказались абсолютно здоровыми. Их сразу определили в детский дом, где они находятся по сей день. Сейчас с ними работают психологи. Дети очень неусидчивые и беспокойные. Видно, что они росли не в лучших условиях. Они даже не вспоминают родителей. Эмоции у них появляются только при встрече друг с другом. Около 200 усыновленных детей в Казахстане вернули обратно в детские дома и интернаты. Чтобы исправить эту тревожную статистику, в стране предложили изменить саму систему воспитания детей-сирот, а также тех, кто остался без попечения родителей, и совсем отказаться от интернатов. Насколько это возможно, расскажет Юлия Волкова. Каждый год приемные родители возвращают в интернаты примерно 200 детей. Ими можно заполнить 2-3 детских дома. Об этих цифрах заявили сегодня чиновники и общественники. Теперь потенциальных усыновителей и опекунов будут проверять тщательнее, чтобы избежать вторичного сиротства. Одним из актуальных вопросов, требующих законодательного закрепления, является прохождение обязательной подготовки лиц, желающих принять ребенка в семью на усыновление, под опеку, патронат, приемную семью, своевременно выявлять и разрешать проблемы, возникающие в процессе воспитания приемных детей,
а также предотвратить возврат детей в интернатные учреждения. Это первый этап. В будущем от системы интернатов предложили отказаться. Вместо них дети обретут наставников. Это волонтеры, которые помогут подготовиться ко взрослой жизни. Чтобы работать с детьми, они проходят специальное обучение. Школы для наставников уже есть в Астане, Алматы, Караганде и Павлодаре. Но наставник – это не друган там, из школы, да. Это все-таки некое подобие родственника. То есть вот мы с наставниками обсуждали, особенно которые давно, да, в проекте, мы говорим, как вы себя ощущаете? Вы ощущаете себя вот просто там другом, да, каким-то? То есть все начинают говорить, ну я себя больше чувствую как мама, или я себя больше чувствую как сестра, а я себя больше чувствую как тетя там, да, или там дядя и так далее. А в прокуратуре Алматинской области предлагают еще один способ решения проблемы – упростить процедуру усыновления. На практике получается, на сегодняшний день, действует вот ситуация такая, что новорожденные наказанные дети сначала поступают в детское учреждение, а оттуда уже, соответственно, значит, потенциальные усыновители, значит, претендуют на их усыновление. Теперь малышей хотят сразу передавать семьям без определения в дом малютки. Отбор претендентов предлагают проводить через республиканскую базу данных, в которую попадают только проверенные усыновители. Установленный перечень обязательных требований к ним – это несудимость, определенное место жительства, чтобы было, место работы, доход, значит, чтобы люди не состояли на учете в психоневрологическим там диспансерах, значит, положительно характеризовались по месту жительства, по месту работы. За последние 2 года в стране сокращено 48 детдомов и интернатов. И сейчас в Казахстане больше 27 тысяч сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 21 тысяча детей проживают в семьях под опекой, попечительством или патронатом. Возможности воспитываться в семье вместо интерната ждут еще 6 тысяч детей. Юлия Волкова, Айджан Утызбаев, Сырная Жанатхан, Астана и Алматинская область. Вы смотрите главные новости. Центральная избирательная комиссия Казахстана отказалась принимать участие в наблюдении за выборами в Кыргызстане. Решение последовало после того, как глава соседней республики Алмазбек Атамбаев нелестно высказался о нашей стране. Выборы президента в Кыргызстане начнутся уже через 2 дня. И эксперты полагают, что их исход может стать неожиданным даже для самого государства. Тем временем вокруг предвыборной гонки не утихают споры и скандалы. Эльмира Ишмухаметова подробнее. 7-е по счету выборы президента Кыргызстана назначены на 15 октября. В воскресенье избирателям предложат бюллетени, в которых им предстоит отдать предпочтение одному из 11 кандидатов. На этот раз следить за прозрачностью действий коллег не будут члены Центральной избирательной комиссии Казахстана. Считаю, что вот эти публичные высказывания о якобы грубом вмешательстве Республики Казахстан в дела Кыргызской республики надуманными. Кроме того, желая не допускать какие бы то ни было действия, которые могли бы дать малейший повод обвинить нашу страну в чем бы то ни было, заявляю о своем отказе в поездке для осуществления наблюдения за президентскими выборами. Несмотря на это, 46 казахстанских наблюдателей во исполнение международных обязательств будут осуществлять мониторинг выборов в составах миссий СНГ, ОБСЕ и ШОС. Вероятно, грубое вмешательство, о котором говорил президент Атамбаев, это миллионные средства, выделенные в помощь Кыргызстану. Последние, например, доски, металлопрокат и деревянные столбы Казахстан передаст Братской республике из-за сложных природно-климатических условий. Подтверждая приверженность курсу развития двусторонних отношений с Кыргызской республикой, уверен, что безответственные, провокационные по своей сути и ложные утверждения президента Кыргызстана, сделанные в предвыборных целях, не должны нанести ущерб многовековым узам дружбы и взаимной помощи между нашими странами. Бакытжан Сагынтаев, премьер-министр Республики Казахстан. Главными соперниками в борьбе за пост президента, по мнению политологов, станут бывший премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и лидер партии «Республика Атажурт» Омурбек Бабанов. Кстати, за кандидата Сооронбая Жээнбекова буквально горой стоит действующий президент Алмазбек Атамбаев. Если власти попытаются продавить, протащить административным способом своего кандидата, в данном случае это он обозначен уже, Жээнбеков, то, конечно же, есть риск, вероятность того, что могут быть массовые волнения, протесты. Но если этого не будет, то есть вероятность по социологическим опросам, что 2 тура может быть выборов.
Вероятность, что эти выборы будут неспокойными, подтвердили и в пресс-службе президента Кыргызстана. В понедельник там сообщили о выявлении фактов подготовки массовых беспорядков, из-за чего Алмазбеку Атамбаеву пришлось отменить визит в Сочи и пропустить заседание Совета глав государств СНГ. Я все равно проведу честные выборы. Каждый народ заслуживает своего правителя. Принять участие в выборах смогут и граждане Кыргызстана, проживающие в Казахстане. Я обязательно буду участвовать в выборах президента, ведь решается судьба моей страны. Впервые в истории выборы пройдут на базе электронной информационной избирательной системы. По данным Центральной избирательной комиссии Кыргызстана, следить за ними будут около 800 международных наблюдателей. До выборов президента остались считанные часы. Все в ожидании, ведь от исхода будет зависеть дальнейшее развитие государства. Эльмира Ишмухаметова, Алексей Макитюк, Кыргызстан и Казахстан. Астана. Далее коротко о том, как мир прожил этот непростой день. Политический демарш. Израиль и США объявили о выходе из ЮНЕСКО, Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры в 2018 году. Официальная трактовка – необходимость фундаментальных реформ и антиизраильские настроения в международном учреждении. Конфликт интересов назревал давно. Первое серьезное разногласие произошло после включения в состав ЮНЕСКО на правах члена палестинской автономии в 2011 году. Тогда же Штаты приостановили выплату членских взносов в бюджет организации. Год назад Израиль заморозил все виды сотрудничества с ЮНЕСКО после принятия резолюции, которая отрицает связь евреев с Храмовой горой в Иерусалиме. И вот финал этой истории – окончательный выход. Впрочем, Штаты планируют получить статус наблюдателя в этой организации. Опасная авантюра. 39-летний IT-специалист из Нидерландов Диди Тайхутту продал все имущество и на вырученные деньги купил 85 биткоинов. Мужчина вместе с женой и тремя дочерьми переселился в кемпинг и в спартанских условиях ожидает криптовалютного бума. В будущем семья надеется выгодно продать виртуальные деньги и оплатить обучение детей. Сегодня курс биткоина поставил новый рекорд. Он впервые превысил отметку в 5800 долларов. Это почти 2 миллиона тенге. Впрочем, за историю существования этой валюты наблюдались и серьезные падения. Неожиданный прецедент. Жительница Италии через суд добилась оплаты больничного по уходу за своей собакой. Женщина живет одна, и ей не с кем было оставить питомца после перенесенной операции. Одержать победу, преподавательница одного из римских университетов помогла ссылка на статью в местном законодательстве. Согласно ей, хозяев, оставивших своих питомцев без присмотра и обрекших на страдания, ждет крупный штраф и даже тюремное заключение. Теперь университет вынужден признать за итальянкой право отсутствовать на рабочем месте по серьезным семейным обстоятельствам. Отныне данный судебный прецедент могут использовать все граждане Италии, оказавшиеся в подобной ситуации. Ночные снайперы и летчики армейской авиации и военно-воздушных сил Казахстана приступили к отработке полетов со специальным оборудованием. Оно новейшее и требует особой подготовки и высшего пилотажа. В тренировочный полет отправилась и наша съемочная группа. Асхат Ниязов увидел ночное небо через специальные приборы. Журналистам предоставится возможность поучаствовать в полетах. Пресс-служба Министерства обороны знает, чем завлечь прессу. На военном аэродроме в Астане подготавливают к вылету, пожалуй, самые практичные и популярные вертолеты семейства Ми. И на это без эмоций смотреть невозможно. Просто чтобы было понятно, какими боеприпасами оснащают наши вертолеты. Вот патрон, вот моя не самая маленькая ладонь. Доверить такие оснащенные вооружения машины можно не каждому. Сегодня в бой идут одни старики. У Ардака Нугманова за плечами почти 20 лет полетов. Рассказывает, что на новеньком Ми-171H летать одно удовольствие. На новом вертолете хорошо летать. Всегда. В чем преимущество нового вертолета? Вот как пилот профессиональный, скажите. Ну, когда вы берете новую машину, у вас хотя бы двигатели мощные. Это во-первых. Приятно работать с оборудованием кабины.
Но у военных нет времени на разговоры. Все готово к вылету. Запускаются лопасти, журналисты садятся на борт. Обывателям непонятно, как можно не запутаться в тысячах кнопок и переключателей и запомнить правильный порядок. А это очень важно, как для пилота, так и для пассажиров. Ну, для кого что важнее. Итак, взлет. Перед экипажем стоит задача передислоцироваться в указанную точку. Перебазировались двумя бортами на аэродром Караганда. Отрабатывались вопросы. Практически применялись это сопровождение колонн, далее разведку производили объектов противника. Но самое интересное началось после заката солнца. Вооружившись приборами ночного видения, летчики бороздили воздушные просторы Карагандинской области. Ночных условиях пилоты отработали посадку на выбранной площадке для того, чтобы дистанцировать членов экипажа и полететь дальше. Поддавшись эмоциям, я немного неправильно выразился. Конечно, десантируют не членов экипажа, а солдат для выполнения поставленных задач. Но это не значит, что казахстанские пилоты, если понадобится, сами не выбегут из вертолета и груди не встанут на защиту своей родины. После того, как в полной темноте нас целыми и невредимыми доставили в Астану, пилотам уже не может быть недоверия. Асхат Ниязов, Мульдир Абдуалиева и Жандос Айгожин. Главные новости. Команда программы «Аналитика» готовит очередной выпуск. Как всегда, в это воскресенье зрителей Первого в Казахстане ожидает много важного, интересного и полезного. Не пропустите в 20:00. Смотрите в программе «Аналитика». Лекарственная система Казахстана сама нуждается в срочном лечении. Сложилась структура поставщиков и тех, кто здесь принимает. Там есть маржа какая-то и не хотят отойти. Разоблачающие аресты за коррупцию начались. Снизятся ли ценники? Разбирались. 72 часа на поиск хозяина или вечный сон? Жесткий закон выживания для бродячих собак. Все уже забыла, не больно было. Как у нас работает формула «Мы в ответе за тех, кого приручили». И пытается ли кто-то что-то менять? Одни накрывают их платками, ругают и даже калечат. А другие защищают и хвалят. Нормально. Понимать надо искусство. Художника обидеть может каждый. Или «я художник, я так вижу». Скульптуры современного Казахстана рассматривали. Не пропустите в это воскресенье в 20:00. Первому в Казахстане в этом году 20 лет. За время это были созданы десятки популярных программ. Среди них и программа «Доброе утро, Казахстан». Уже третий год ее ведущие будут по утрам зрителей и дарят позитивное настроение на целый день. Среди них моя коллега Альмира Оразбаева. Кстати, в новом сезоне передача выходит совершенно в другом формате. О приятных изменениях, новинках и сюрпризах расскажет моя коллега Мария Влукфанова. Посмотрим вместе. Доброе утро, Казахстан! Переостана. Эти слова звучат по будням ровно в 9 утра. С них начинают свой день 18 миллионов казахстанцев. Всего час эфира, но над ним работают около 30 человек. Редактор, журналисты и продюсеры всегда в поисках интересной, полезной и важной информации. Программа по восприятию легкая и энергичная. Но в том и парадокс. Все, что кажется на первый взгляд несложным, трудно сделать. И люди здесь нужны особенные. Нужны и творческие качества, дизайнерские, какие-то художественные. И все это совмещать, это очень интересно. Еще задолго до встречи со зрителями начинается подготовка студии. Этим занимаются операторы и осветители во главе с режиссером. Ну а ведущим нужно не только очень рано встать, но и хорошо выглядеть. И, как говорится, быть готовым ко всему, что может произойти в прямом эфире. Я человек, который очень боится мышей, крыс. И тут получается, что к нам в гости приходит в эфир человек, который имеет домашних животных. Не ожидала, что так случится, но мне дали ее в руки, сказали, чтобы я ее гладила. Это было, ну, это было страшно. Ну, это же доброе утро. Я думаю, что я не должна была испортить его ни крысе, ни себе. Понимаете, осознавать то, что многомиллионная аудитория казахстанских зрителей просыпается между собой и дарить людям
позитив, давайте, да, кучу полезной, интересной информации. Это, в этом вся прелесть, наверное. О приятном «Доброе утро» рассказывает много. Вместе с ведущими и экспертами зритель учится правильно заботиться о своей внешности и здоровье. Ухаживать за автомобилем, готовить вкусные блюда, делать необычные прически, даже тому, как стать богатым. Некоторые навыки, например, полученные на уроках самообороны, он успешно применяет в жизни. Я утром вышла вытирать машину, была в наушниках с плеером, и тут сзади подошел парнишка, он, наверное, подумал, что у меня телефон, хотел забрать его. Не знаю как, в тот момент почему-то всплыл момент передачи, как освободиться от захвата, и, ну, как-то, как смогла, максимально это повторила, выполнила и смогла убежать. Популярные рубрики программы ведут и настоящие профессионалы. Вероника Воронюк – фитнес-инструктор. Анатолий Ким долгие годы занимается смешанными единоборствами и считает, что владеть основами самообороны должен каждый. Когда я нападал на ведущую, которая была в экране, и на ней, то есть имитировал нападение, был такой случай, когда наши неравнодушные прохожие, так скажем, решили помочь, помогали, подбегали там, и приходилось очень долго им объяснять, что это съемка. А вот участницы рубрики «Преображение» стали чувствовать себя увереннее благодаря своей новой внешности, обретенной на этом проекте. Ой, как вы себя? Что-то с мурашки по телу. Ой, правда, я сейчас заплачу. Это вы? Конечно, я. Ой, девчата, спасибо. Какое же доброе утро без гостей. Люди с уникальными талантами, певцы, актеры, спортсмены рассказывают о своей жизни и любимом деле. Заглядывают в нашу студию и звезды Тамара Гверцители, Кристина Арбакайте, Сергей Безруков. Мои поздравления с 20-летием. Огромный большой срок. Это на самом деле, это стоит больших усилий целого огромного количества людей, команды. Большое вам спасибо и низкий поклон от всех зрителей. В новом сезоне программа будет знакомить вас с новыми героями, расскажет о модных трендах и любопытных фактах. Все самое интересное впереди. Мы рады вновь встречать это утро вместе с вами. Мария Млукпанова, Айжан Оспанова, Кобланды Утигенов, Астана. И это все главные новости к этому часу. Если вам есть чем поделиться с телезрителями, номер нашей продюсерской службы в Астане 55-15-63. Далее эфир продолжит любимая программа «Поле чудес». Давайте посмотрим вместе.